Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Ромз, и добро пожаловать в Роблокс! И сегодня мы вместе с вами поиграем в режим под названием «Побег из комнаты». Смысл игры заключается в следующем. Меня закрывают в комнате, и наша с вами задача — найти маленькую красную кнопочку, чтобы выбраться из комнаты и перейти в следующую. Друзья, это офигенный челлендж, но перед началом у меня к вам тоже есть челлендж. Нужно прямо сейчас за 3 секунды поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Готовы? Раз, два, три. Спасибо большое и приятного вам просмотра. Итак, заходим в наше испытание. Ребята, сразу говорю, лукавить не буду. В первой комнате я знаю, где находится кнопка. Она находится под диваном. А вот дальше, ребят, я не проходил. Итак, у нас локация какой-то лес. И кнопка может быть где угодно. Либо на дереве, либо на стволе дерева, либо на стене, либо на потолке. Я не знаю, подожди. Это не кнопка? Нет, это просто люстра. Так, давайте посмотрим где-то на дереве. Так, так, так. Я не думаю, что они будут сделать ее прям в открытую. Где-то она, возможно, спрятана. Так, подожди, чувак, что-то здесь крутится. Подожди. Здравствуй, красная кнопочка. Итак, вторая комната пройдена. Погнали дальше. Это у нас какой-то ресторан. Я так понимаю, здесь кнопка может быть где угодно. Прям даже на картине. Ну-ка, может быть, какой-то цветочек эта кнопка. Или где? Где кнопочки? Подожди, может быть, на розу нажать. У-ху-ху! Чувак открыл? Погоди, погоди. Нет, я не пойду. Я должен пройти сам. Я должен пройти сам, но я уже получил подсказку, потому что он стоял где-то... вот она красненькая. Ну, считайте, что я тоже ее сейчас нажму, потому что я уже ее видел. Ну, здесь была небольшая подсказка для меня, поэтому кнопочку я тыкаю. И захожу в следующую. Это у нас какой-то гараж. Я так понимаю, чувак отсюда уже выб... Эй, эй, как я провалился в машину? Где же кнопка? Подожди, что у нас? А, подожди, смотри, я могу нажать на эту ракету. Подожди, музыка меняется. Немного музыка меняется, да, гладенько. Моя, я думал, что кнопка это и есть ракета. Подожди, может быть где-то на приборной панели? Сейчас, секундочку. Так, я не вижу здесь. Можно как-то выключить эту музыку дурацкую? Боже мой. Так, где-то на пицце. Может быть, я пока не вижу красную кнопку. За мусорками. Блин, слушайте, это камонофи... Я увидел! Я реально... Вы посмотрите, как ее замаскировали! Я просто подошел и... вот она! Окей, мы прошли дальше. Чувак, ты ищешь кнопочку? Я думаю, что, возможно, ее не буду сейчас делать под столом, потому что здесь слишком просто ее находить. Пока что я найти ее не могу. Она может быть маленькая, да, я так понимаю? Может быть, это спрятано. Так, подожди, может быть, у чуваков... А есть у чуваков розочка на груди? Нет, у чуваков розочки на груди нет. Возможно, какой-то прикол с этими сейфами. Только какой прикол с этими? Так, смотрите, я могу пробраться через них вот так. Подожди, а я могу в сейф залететь? В этом сейфе ничего... А, смотри, я смог залезть в сейф! О-о-о-о, ребята, это подсказка. Так, подожди. Здесь, я так понимаю, какие-то бабки лежат или доллары. Что это такое? Подожди, где кнопка? Где... Я нашел, ребята! Я нашел! Ура! Так, escape. Это у нас, получается, школьный класс. Здесь нужно как-то поучиться. Так, чувак куда-то сразу пошел. Подожди, под партами. Под партами. Ну, по крайней мере, я не вижу ни под партами, ни на стуле. Где-то, значит, возле стола. Так, красное яблоко под партой. Где? В ящике. Подожди. Это ж... Вы посмотрите, какая она маленькая! Вы посмотрите, вот, на книжке! Жесть, какая она маленькая! Так, мы оказались с вами в магазине. Сразу кассовый торговый автомат. Чувак, у тебя нет красной кнопки нигде под столом? Обычно красная кнопка для вызова сотрудников полиции, если вас, допустим, грабят. Так, оп, читасы, доритасы всякие. Здесь у нас лейсы. Так, здесь у нас Маунти Дью, Вич Брю какой-то и блок Сикола. Кнопка. Где кнопка? Красненькая кнопка. Где красная? Я увидел, ребят, я увидел. Капец, вы посмотрите, какая она манипусенькая. Это... Ух ты, ё-моё, а что здесь? А, вот она здесь. Ну, здесь очень просто. Здесь просто нужно добраться было и, в принципе, не сдохнуть. Так, тихо. Оп, пробрались. Фух.
Это было интересненько. Так, это у нас, получается, какой-то кемпинг. О, чувак на лазер наступил. Это какой-то кемпинг. Где может красная кнопка? Она может быть где угодно. Подожди, может быть где-то под деревом. Слушайте, у меня такое ощущение, что она где-то вот здесь. По-любому. Я думаю, что не зря здесь поставили этот фургончик. И, скорее всего, она спрятана именно в этом месте. У нас, кстати, есть, если что, скип-рум за 20 робоксов. Можно пропустить, если вдруг совсем будет тяжко. Как он сюда так быстро вернулся, дружище? Как ты сюда вернулся? Так, ну, пока что я... Я не вижу вообще. Может быть, это потайная дверь. Но я еще улицу не все подошел. Подожди. Здесь у нас под этим, под лавочками костер. А! В костре я увидел. Вот она, пимпочка. Она была в костре. Что? Это что за лабиринт? Это что за лабиринт такой? Камон, это что? Как здесь проходить? А, я увидел. Вот. Кстати, это было реально легко. Вот это да! А что здесь делать? А где здесь искать красную кнопку? Ну окей, давайте пока что пройдем по периметру. Пойдем по периметру, я не знаю. На этих штуках я пока не вижу кнопок. Здесь Блин, вот здесь, если будет это на красном, будет нифига не видно. Так, дерево. Я не вижу. Пока что быстрый осмотр. Если мы не сможем найти на быстром осмотре, придется искать дольше. Так, поверху тоже ничего нет. Смотрим. Так, здесь на этой стене ничего нет. Ха-ха, ребят, нашел, это было несложно. О, привет, нифига себе комната. А что здесь делать? А как, это что, они все нажимаются? Ладно, у меня есть идея, как пройти эту комнату. Реально, у меня есть идея. Я сейчас возьму кликер и буду просто вот так вот. У меня кликер, в принципе, нажимается скоростью одно нажатие в одну миллисекунду. Я просто сейчас пройду по верхнему ряду. Я понимаю, что это нечестно, но я прохожу пока что верхний ряд. Так. По каждой кнопочке. Так, пока нет. Давайте теперь по второму ряду. По каждой кнопочке я кликаю. Вы не слышите, но кликер в это время просто нажимает кнопочки. Так. Пока ничего не открылось. Мне кажется, где-то в другом месте. Так, подожди. Так. О! Где-то здесь, ребята, где-то здесь была кнопка. Отлично. Я нашел. Ребят, как дела? Так, где кнопочка? Я уже увидел, блин, это было максимально просто. Я просто навел камеру и увидел вот эту торчащую пипочку, понимаете? Я вот так стал и вижу здесь какая-то темная пятнышко. Ну, ребята, ну это было реально просто. Слушайте, я прям мастер, я прям профессионал, смотрите. Проходим дальше. Итак, это что у нас такое? Это у нас Set Bones Barbecue Opening Soon. Окей, скоро будет открытие. Так, сразу, разрушенное здание. Я могу сюда зайти? Ага, сюда прохода, походу, нет. Мне такое ощущение, что где-то... Они уже открыли, что ли? А, нет, не открыли. Но такое ощущение, что вот это здание не просто так здесь стоит. Мне кажется, что-то здесь нечисто с этим зданием. Возможно, как-то можно пробраться. Подожди, деревья. Здесь ничего нет под этими деревьями. Сверху. Блин, слушайте, вот блин, мне так нравится этот режим. Просто офигенный. Так, сверху на деревьях ничего нет, смотрим под деревья. На деревья, смотрите, вот здесь кнопочка. Вот она, иди ко мне. Дайте я нажму. Все, готово, ребят, проскакиваем дальше. Итак, это у нас заброшенные машины. Сразу смотрим сюда, развалюхи. Кнопки нет, кнопки тоже нет. Она может быть где угодно, понимаете? Подожди, это не кнопка? А, нет, это зеленая банка какая-то. И здесь зеленый мячик какой-то. Она может быть где угодно, понимаете? Может быть в песке. Подожди, а здесь нет? А, это мы на этой локации были, только здесь все разрушено. Так, подожди, мусорка какая-то, шины. Блин, а капец, здесь этих шин огромное количество. Она может быть где угодно. Я пока просматриваю быстро. Если за быстрый просмотр я не нахожу, то... Подожди, здесь есть куда зайти. Ха-ха, ребят, я нашел, вот она. Камон, отлично. Хорош, окей. Что у нас дальше? Дальше у нас... Какой-то реально космос. Вы посмотрите, блин, планеты, звезды. Стоп. А почему все звезды круглые? Реально, у меня сейчас интуиция работает на все 200%. Но посмотрите на вот эту звездочку. Она почему-то квадратная. Это и есть кнопка была. Это реально была кнопка. Офигеть. Слушайте, мы уже прошли другой режим. Так, здесь выход тут, но где эта дурацкая кнопка? Ребят, вы просто офигеете. Я нашел эту кнопку. Вот она, смотрите. Вот где выход. И вот она, оказывается, была сверху. Вот она, кнопочка-то.
наконец-то! Капец, я реально остановил даже запись, потому что это было слишком долго. Это было так долго, что просто жесть. Итак, что дальше? Дальше у нас комната с хот-догами. А, блин, перепрыгнуть не получится. Я думал, можно будет как-то пробраться. Так, смотрим. Так, давайте внимательно, внимательно. Еще раз. Кустики. Еще раз. Нубик. У Нубика нигде этой кнопочки нет. Так, хот-доги. А, я нашел! Я нашел! Вот она, смотрите, вот она кнопочка, Пуся! Наконец-то! Так, блин, снова! А, я уже вижу! Я уже увидел! Вот, смотрите, видите? Я просто увидел вот эту штукенцию, и мы с вами проходим дальше. Фу! Это было просто. Так, дальше у нас писсюары. Это у нас писсюары, какие-то раковины. Может быть, кнопка где угодно. Подожди, на раковинах. Слушайте, офигенно крутой режим. Так, мы зашли в туалет, ребят. Извините, но... Капец, здесь просто фонтан из какашек каких-то. Так, здесь чувак с PCR, подожди. Нубик. А, я увидел! У Нубика на плече. Смотри. Вот она. Вот. Она вообще маленькая была. О-о-о, вот это жесть. Мы очутились с вами в камере, в тюремной камере причем. Так, свободы у нас, век воли не видать, не видно. Подожди, койки. Под койками здесь ничего нету. Так, тихонько. Снизу нету ничего. Унитаз. Что у нас в унитазе? По-любому... на ободке, смотрите. Вот она красненькая затаилась. Что? А как вообще вот это пройти? Офигеть, а где здесь кнопку искать? Ладно, давайте, пока не сдаемся. Я давайте немножко поищу. Если что, мне придется пропустить. Может быть, это какая-то подсказка есть. Друзья, вы просто не поверите. Я не нашел информации ни на Ютубе, нигде. Просто я не знал, что делать. И я ходил, проверял каждого этого чувачка. И наконец-то я нашел эту долбанную кнопку. Я потратил на это, друзья, честно скажу, минут 20. И посмотрите на руку этого гада. Вот этого, который именно стоит к двери, которую нужно зайти. Вот она кнопочка, которую нужно было нажать. Мы очутились в следующей комнате. Но, я так понимаю, здесь мне легче не будет, придется еще сложнее. Но нет, я нашел сразу, камон. Это было максимально просто. Это было проще некуда, капец. Я в шоке. Это было очень просто. И, по идее, я нашел еще эту кнопку, нет? А нет, это была просто тень. Но где-то она здесь находится, явно, да? Явно она где-то спрятана. Не сильно круто, так как было прошлой катке. Это была просто такая жесть. Но здесь, я думаю, будет полегче. Она где-то спрятана в таком месте, где бы ты не пошел искать. И капец! Вы понимаете, насколько сейчас простые комнаты пошли? До этого был... Вот прошлая комната, это адский ад. Здесь же все намного проще. Здесь компьютеры, мышка. Скорее всего, где-то, возможно, кнопка будет на компе или на мышке. Ну, или, может быть, на стене, но нужно будет обойти везде. Смотрите, здесь у нас на компах красные горят кнопки. У меня такое ощущение, что где-то будет... Точнее, горят зеленые. У меня такое ощущение, что где-то на каком-то компе будет гореть красная кнопочка. И именно ее и нужно будет нажать. Давайте пройдемся. Пока что вот ничего в глаз не бросается, да? Она может быть, кстати, на полу. Она реально может быть на полу. Так, подожди, здесь нет ничего, здесь ничего. Нет. Ну, здесь мне понадобилось не так много, как в прошлой комнате. Всего лишь минуты 3-4 я все-таки нашел. Я проверял стулья, я проверял столы, я проверял за мониторами. Но кнопка оказалась вот здесь, просто в папочке. Фух, я ее нашел. И теперь у нас что? Подожди. А как нажать вот сюда? А, подожди. Так просто? А, это зеркало. Это зеркало, и скорее всего кнопка находится вот здесь. Я смог пройти. Это была зеркальная загадка, вы понимаете? Кнопка здесь, но она на самом деле вот здесь. Это было просто. Я смог, ребята, я смог пройти полностью это испытание. За это нужно влепить лайк. Я потратил на эту игру, честно скажу, ребята, 45 минут. Ролик будет короче, ролик будет минут 15, но я потратил 45 минут на прохождение. Фух. Реально, это офигенно круто. Это просто нереально круто. Здесь еще какое-то обе, друзья, есть. Я не знаю, еще и обе здесь проходить. Боже, у меня просто не осталось никаких сил на прохождение, потому что я закончил данную карту. Я считаю, что я молодец, поэтому обязательно поддержите меня лайком. Поставьте лайк этому видосу. Подпишитесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Нажмите на колокольчик. Ну а с вами был как всегда Робзи. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и покедова.